Всем привет, с вами Максим, и это канал «Хороший выбор». В последнее время вы все чаще задаете вопрос, когда же ждать новых выпусков. Сейчас все расскажу. Дело в том, что в стране повсеместно бушуют новогодние рождественские каникулы, они же выходные, поэтому и у меня накопилось довольно много дел, которые с каналом не связаны, но тем не менее с которыми нужно разобраться. И также выходные у тех людей, от которых зависит, когда и вообще смогу ли я получить те или иные железки на обзор. В общем, да, у меня довольно много причин недолюбливать такие вот затяжные выходные, но тем не менее именно благодаря им я смог достучаться до одного очень занятого в обычное время человека. Я думаю, многие из вас его знают. Это Игорь Морозов, который ведет до недавнего времени одноименный канал Игоря Морозова, но теперь это, по-моему, называется «Новинки IT». Так же, как и его группа ВКонтакте. В общем, у него было свободное время, я смог до него достучаться, мы немного пообщались и решили провести такое экспериментальное, совместное, ну, не то чтобы шоу, но, скажем, один совместный выпуск в прямом эфире. Обсудим, наконец, итоги прошлого года, немного поразмышляем, попланируем, пофантазируем относительно новинок этого года, что ждать, на что стоит обращать внимание, на что нет, тем более тут вовсю идет сейчас выставка CES 2015 в Лас-Вегасе, что-нибудь из нее пообсуждаем, возможно, и, скорее всего, поотвечаем на ваши вопросы. Все это будет в прямом эфире в субботу в 7 часов вечера на моем лайв-канале. Ссылка будет в описании, в группе все это будет объявлено, также, если вдруг что-то немного времени изменится, или, ну, мало ли что, все может быть. Вся самая актуальная информация будет также в группе ВКонтакте. А серьезных игровых тестов или тестов процессоров или тестов видеокарт от меня раньше следующей недели пока не ждите. Однако, если у вас прямо жажда и голод по такого рода видео, сходите на канал Игоря. Он успел этих тестов наделать гораздо больше, чем я. Ссылочка есть в описании, наверное, есть аннотации на экране. В общем, нас еще раз вдвоем вы увидите в прямом эфире в субботу в 7 вечера по Москве. От меня тесты, скорее всего, на следующей неделе. На канале Игоря их уже и так полным-полно. Все, что хотел сказать, вроде бы сказал. Надеюсь, что ничего не забыл. Спасибо за внимание. До связи, до встречи. Пока.